Начинается новый день. Лесные обитатели, ведущие дневной образ жизни, уже проснулись и занимаются своими делами. А те, кто любит гулять всю ночь, еще не разошлись спать. Утро – самое оживленное время суток, и мы предпочитаем встречать его во всеоружие. В наших краях весна, но солнце еще не сильно греет. По ночам бывает заморозок, и эта ночь не стала исключением. Сейчас в самом разгаре сезон охоты. Интересно узнать ваше мнение о ней. Кто и что думает, пишите в комментариях. Время 5 утра. Взяли кружки кофе и потихоньку плывем. Лен высматривает дичь. Прохладно, но небо ясное. Не отплыли от стоянки и на 100 метров, как встретили бобра. Это второй по величине грызун в мире. Ведет ночной образ жизни. Но прежде чем мы продолжим, хотим поделиться интересной информацией. Викинги серьезно обновились, получив новых шаманов и сотни королевств. Теперь самое время залипнуть, если еще не там. Что мы точно можем порекомендовать в викингах, это по-настоящему легендарные битвы, в которых более миллиона игроков. Это очень масштабно. Русскоязычных больше, чем когда-либо. Можно совместно разрабатывать стратегии по уничтожению иноземцев. А про 3D-графику мы уже не говорим. Она на высоте. И, конечно, ежедневные ивенты. Почувствуйте снова тот восторг от RPG и стратегий 90-х и 2000-х. Моя любимая стратегия была Империя. Установите игру по нашей ссылке. Вы поддержите нас и получите 200 золота и щит бесплатно. Кстати, создатели игры Викингов решили в очередной раз провести конкурс. Призы этого месяца – 3 iPhone 8. И призы получат топ-3 игрока, у которых будут самые высокие уровни дворца до конца этого месяца. Розыгрыш состоится 31 мая. Как получить свой приз, можно узнать в группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Бобра мы добыли вчера вечером, когда только приехали сюда. Результативная охота на бобра в густых сумерках без использования вспомогательного инвентаря – большая удача. Этого тревожить не стали. До дома сопроводили его и поплыли дальше. Несомненно, для природы от бобра большая польза. Но когда на определенной территории появляется большое количество особей, они могут наносить вред. Строя плотины, они затапливают огромные лесные площади, на которых проживают наземные животные, вынуждая их мигрировать. Многочисленная популяция бобра привлекает волков, естественные враги. Из-за их деятельности образуются речные заторы. Практически в каждом охотхозяйстве ведется учет особей, на основании которого выдается определенное количество лицензий на добычу бобра. В некоторых охотхозяйствах для регулирования численности отлавливают бобров, не причиняя им вреда, и переселяют на территории с небольшой концентрацией этих грызунов. Но это возможно отнюдь не всегда. Мы плыли дальше. Из прибрежных затопленных кустов взлетели две утки. Я промахнулся. Не промахивается лишь тот, кто не стреляет. В это утро мы видели очень много уток, но они не подпускали нас даже на выстрел. Такова охота. Наличие ружья ничего не гарантирует. Через 2 часа замечаем еще 2 уток, которым удается подобраться чуть ближе, чем к остальным. Но недостаточно, чтобы их добыть. Не зря же говорят, дальше верного выстрела не бей, не в последний раз дичь видишь. Раскатившееся громким гулом эхо от выстрела спугнуло многих уток в речной долине, но не зайца, который сидел на берегу недалеко от нас. Возвращаемся в лагерь с добычей. К полудню стало тепло. Солнце на чистом небе хорошо прогревает воздух. В далекой глуши легко потерять счет времени. Свежий воздух, журчание чистого ручья, дружеская компания, охота, вкуснейший чай, треск костра и отменная еда, которую будем сейчас готовить. Мы находимся недалеко от реки с широким руслом. Очень часто в этой речной долине дуют сильные ветра, ломая или выворачивая деревья с корнем. Здесь изобилие топлива для костра. Сушин больше всего, хватает и свежих ветровальных деревьев. Недавно упавшая береза образовала затор на ручье ниже по течению. Мы берем с этого ручья питьевую воду. Пришлось изрядно поработать, чтобы его расчистить.
Сегодня готовим зайца. Будем запекать его на костре жаровня, используя подвес. Такой тип костра позволяет приготовить запеченно-копченое мясо. Процесс приготовления не требует постоянного контроля, но требует достаточное количество дров. А здесь с ними нет проблем. Они складываются треугольником высотой в 2-3 бревна. Так жар получается направленным, именно то, что нужно. Общей высоты костра должно хватать для равномерной прожарки добычи. Обычно его используют для приготовления птиц или небольших кусков мяса без применения какой-либо посуды. В центр кладем растопку и сухой хворост. Все основные бревна должны разгореться и дать уголь, тогда от них пойдет максимальный жар. Пока разгорался костер, мы подготовили зайца. Приправы добавляем по вкусу. В нашем случае это соль и в меру острая смесь перцев. Тушку подвешиваем на обычную джутовую веревку на расстоянии 50-70 см от центра костра. Здесь будет достаточная температура, чтобы мясо постепенно прожаривалось и коптилось в дыму. И веревку не прожжет, если не будет прямого контакта с огнем. Мясо свободно вращается на подвесе под воздействием горячего потока воздуха от костра и равномерно прожаривается со всех сторон. Можно заняться другими делами, костер приготовит еду сам. Всего-то нужно периодически подкидывать немного сухого хвороста для поддержания оптимальной температуры в костре. Здесь важно не перестараться, чтобы не сгорело мясо. Если жара недостаточно, оно будет готовиться чуть дольше, чем этого хочется, но лучше прокоптиться в дыму. Главная особенность этого костра в его универсальности. Подвешивая мясо ближе к центру, оно будет прожариваться быстрее и меньше коптиться, и дров понадобится меньше. Если подвесить чуть дальше, прожарка будет постепенной. Мясо готовится слоями, примерно по 1 сантиметру, и очень хорошо коптится, пропитываясь дымом. Готовый слой срезается, остальная тушка подвешивается обратно. Сегодня мы готовим вторым способом, никуда не торопимся. Спешка в лесу всегда лишняя. Мы приходим сюда, чтобы насладиться моментом, прочувствовать каждую минуту нового дня, ради общения с друзьями и природой. Здесь открывается душа человека. И ради этого мы сюда идем. День в разгаре, накатила послеобеденная лень. Дрова у нас заготовлены, охота была удачна, и мы рады тому, что удалось добыть. Ручей расчищен, с запасом воды проблем не будет. Коллективной работы на сегодня больше нет. Каждый занялся своими делами. Алексей решил сделать мягкий лежак из непригодных по назначению мешков и деревянного каркаса из жердей. Две жерди длиной чуть больше собственного роста и еще две по ширине мешка. С обеих сторон каждой жерди делается паз. В мешках разрезается дно и они надеваются на длинные жерди. Затем они растягиваются на ширину мешка и фиксируются короткими при помощи паза. На этот лежак ушло 3 мешка. Его же можно использовать как и носилки для дикого зайца, если это вдруг понадобится. Не тот хороший охотник, который все убивает, а тот, который бережет и охраняет. Мега удобно. Мягко. Но всякий день заканчивается, его сменяет новый, а между ними ночь. И в этой ночи горит костер, который всегда поможет, накормит и согреет, выслушает. С наступлением темноты его магия притягивает каждого.
Пойдем. Новый день радует хорошей весенней погодой. Сделать это утро еще более радостным может вкусный завтрак. Шеф-повар Анатолий будет готовить бобра. Чугунную сковороду ставим на костер типа свечи из трех поленьев. Поленья ставим не слишком плотно, чтобы не было активного горения. Так на них можно дольше готовить и жар будет умеренный. Первую порцию нарезаем тонкими кусками, добавляем соли и немного острой смеси перцев. Употребление бобрятины крайне положительно влияет на организм. Это мясо в меньшей степени подвержено заражению паразитами, а значит более безопасно для человека. Имеет темно-красный цвет и быстро готовится. 15 минут и можно есть. Налетай! Вторую порцию бобрятины будем тушить вместе с луком. Они отлично сочетаются друг с другом. С давних времен мясо бобра было ценнейшим деликатесом. Имеет огромное количество полезных свойств. Предотвращает преждевременное старение организма. Восстанавливает клеточное дыхание. Является хорошей профилактикой заболевания почек. Помогает вылечить заболевания дыхательных путей, укрепляет нервную систему и нормализует работу сердечной мышцы. И это далеко не весь список полезных свойств этого продукта. Очень мягкое и сочное мясо, обладает исключительным вкусом. И небольшое количество специй только на пользу. Делить вкуснейшую трапезу с верными друзьями, добытую и приготовленную совместными усилиями, особое удовольствие, ради которого стоит преодолеть любой путь. Охота сближает нас с природой, приучает к терпению, а иногда и к хладнокровию перед опасностью. Настоящий охотник никогда не возьмет больше, чем ему требуется, и не будет губить животинку ради азарта. Охотник — это не просто человек с ружьем. Прежде всего, это человек с большой душой, заинтересованный как никто другой, чтобы не исчезали птицы и звери. Согласны ли вы с нашими словами об охотниках и охоте в целом? Напишите ваше мнение в комментариях, поставьте палец вверх и поделитесь этим видео. Ну а с вами были мы, Лесные. До новых встреч, друзья. Всем пока.